Блять, пиздец, это же лишь образ. Опять позорюсь. Мама писала ВКонтакте: сынок, успокойся, перестань. Вспомни отца свои годы. И опять это лапша. Я уехал с своего шалаша. Шалаш покинул этот принц. Прости меня, я опять влюбился. Ты думал в тебя каждый день, но иначе. Ни к одной из них я чувств не прячу. У каждой девушки изюминка. Я стою в этой будке. Говорил бы убытки, убытки. Черные куртки. Коплю на что-то, на судьбу и пуговочки. Привет. Завтра записываем трек. Вокалистка, лирика. 21 век, тот берег. Мы улетим. Сейчас что-то, что-то воплотим. Опять прошу меня простить. Я люблю блондинок. Я тебе все время врал и себе врал. Я просто придурок, передо мной овраг, я лечу. Блять, пиздец. Давай, давай. Высокие частоты явно портят, царапая блокноты. Иду на корт теннисный, что это такое? Я ни разу не играл в теннис, но я катался на конях. Галопом, это круто, розенбаум. Когда едешь в маршрутке, а в поезде вообще ништяк. Центр мутки, все движухи. Вокруг паранойя, глюки, рэп, люди. По-любому каждый второй это полюбит. Главное верить, остальное будет. И помни, что вокруг люди. И это будет в подсознании, и я перехожу в эту сферу. Блядь, надо новый, у меня тема есть.